Все любят котов. Особенная молодежь из организации «Инвалидов Грани» не исключение. На занятиях в мастерской, а ребята уже освоили пошив и ткачество, они не первый год создают красивые товары для выставок и для продажи. Теперь придумали мастерить кота-сумки. Этапы работы – это раскрой, нанесение рисунка точечного, смятка, дошивание, тепловая обработка. Есть ребята, которые хорошо могут резать по намеченной линии, у кого-то это пока не получается. Одни краят, другие сметывают, третьи наносят рисунок. Рисунок любят наносить все, точечный. А сметывать умеют тоже практически все ребята. На швейных машинках шьют пока не все. В инклюзивной ремесленной мастерской занимается 7 ребят. Все задействованы при производстве сумок. Одну изготавливают примерно 2 дня. Акриловая краска должна просохнуть. Чтобы следовать не только моде, но и безопасности, глаза кошкам сделали из светоотражающего материала. Он обезопасит владельца сумки на дороге в темное время суток. У меня уже готов для тебя букет котов. Очень, очень свежие коты. Они не вянут, как цветы. Пошив кота сумок – это только часть дневной занятости молодых инвалидов. Проект «Квартал дружбы и наставничества», который позволяет ребятам творить, реализуется на средства фонда президентских грантов. Умение шить, рисовать и клеить развивает моторику и положительно сказывается на состоянии молодых инвалидов. Если это у нас идет постоянно, ежедневно, еженедельно в системе, то, конечно, мы уже все больше и больше становимся самостоятельнее. То есть уже мы и лучше понимаем инструкцию, переходим уже самостоятельно. Если сметка, то уже он может сам вставить нитку, начать выполнять работу. То есть, если постоянно с ними заниматься, то, конечно, результат будет. Ребята уверены, изделия очень функциональны. В них можно носить вторую обувь в школу, можно книги и тетради, а можно просто модничать. Ближе к зиме молодые инвалиды будут делать сумки с другими принтами – кроликами, медведями и пингвинами. Свои кота-сумки особенные ребята презентуют на встречах и праздниках. Сами устраивают дефиле. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.